Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду готовить куриные крылышки в очень вкусном маринаде. Честно говоря, крылышки – это моя любимая часть курицы. И для начала нам надо их подготовить. Нам их надо нарезать на несколько частей. У меня крылья уже куплены без кончика. Если у вас крылышки с кончиками, то их надо отрезать и отложить в сторонку. Можно сварить супчик или отдать собачке. И вот это вот основное крыло надо еще разрезать на две части по суставу. Для приготовления маринада надо взять столовую ложку соевого соуса, столовую ложку горчицы. Кстати, как готовить горчицу, вы можете посмотреть у меня на канале. Столовую ложку жидкого меда. Если у вас мед засахарился, то нужно его растопить в микроволновке примерно несколько секунд. Маринад надо посолить. И все хорошо перемешать. Теперь я выдавлю сюда четвертинку лимона. И опять все перемешаю. Тут косточки от лимона, но это ничего страшного. И теперь этот маринад нам надо вылить на крылышки. И все хорошо перемешать уже все вместе. Крылышки хорошо покрылись маринадом, и теперь их можно убрать в холодильник на несколько часов. В течение этого времени надо будет периодически все перемешивать, чтобы маринад не стекал. Ну и вечером уже будем готовить. Крылья у меня стояли 4 часа, они хорошо промариновались и впитали в себя часть маринада. И теперь я их выложу на застеленный фольгой противень. Фольга нужна для того, чтобы меньше было потом грязи. И вот так выкладываю, не слишком близко друг к другу. Духовка у меня уже разогрелась до 200 градусов. Я включила верхний и нижний нагрев. И теперь поставлю крылышки в духовку до готовности примерно минут на 40. Ну что ж, друзья, крылышки готовы. Они замечательно зарумянились, очень ароматные. И наверняка безумно вкусные. Спасибо вам за внимание и до свидания.